И всем снова здрасте, дорогие друзья, с вами снова Аргакон, и, как я и говорил, эта фигня подействовала. Удаление станции, у меня было 162 в прошлой серии, а стало 143. Я удалил лишь в Сайроне, в столице, все эти добывающие станции и научные станции, поэтому давайте их прямо сейчас убирать все по максимуму. Ибо они больше не приносят дохода. Никакого. От них толку сейчас нету. Сейчас, после этого дополнения в 2.2, ввели... Так, стоп. Назад еще раз. Вот это удали. Сделали упор больше на именно... на планеты и на верфи. Ну, космические порты. Чем вот на вот такие вот дополнительные станции. В чем-то это плюс, но в чем-то минус. Так, научная станция, да-да-да. Все эти станции, все это надо уничтожать. И я смогу выиграть войну. О. Да, войну я, может, и выиграю, но... А что поделать? Так, стоп. 140, 100, 107... Я еще в плюс 30 буду. Плюс 30, я просто справлюсь со всем. Я тогда и экономику подниму, ну, в смысле здания. Да еще и войну выиграю. Армия, все это. А вот интересно, искусственный интеллект додумается до этого или нет? Ну, если я додумался, то я думаю, и он додумается. Кто его знает? Может и не додумается, а может и додумается. Давай сейчас поудаляем немножечко. Но уже будем удалять в обычной скорости. Так сказать, доходы, я думаю, уже более-менее выровнялись. Хотя, может, и не все, но большая часть выровнялась, я думаю. Так, 143. Сейчас смотреть моментально, как в следующем месяце все исчезнет. В Москале давайте... сколько их тут в Москале? 30-й день. Давайте еще вот эту и следующую систему очистим. И убедимся в нашей, так сказать, доходе в нашем. Подтвердить, подтвердить, все подтверждаем. Плей. Ну, стоп, только 43 этих убрал, нифига ж себе. Долго, конечно же, долго. Продолжение мира? Нет. Ну, серьезно, вы думаете, что вы выиграете, да? Вы не выиграете, вы проиграете. Я прочухал всю эту штуку, блин, а можно как-то моментально все это убрать? А то я как-то устал уже по одной штуке щелкать. Это реально долго. И так берешь на один, потом расформировать, подтвердить. Главное еще не запутаться. Так, Enter работает. Вот, Enter упростит. Так, а на эту кнопку у нас нету ничего. К сожалению, на эту кнопку, ну зато хотя бы чутка ускорим процесс. Нажиманием Enter, меньше движений мышки. Так, расформировать. Это долго. Ну а что и поделаешь. Удаляем. Да, планеты я считал в прошлый раз за тем, чтобы узнать, брать ли червя себе. Я просто все никак не могу решиться, стать злодеем и взять червя. Или остаться на стороне добра и уничтожить червя. Что было будет, что будет было. Это да, так и есть, по идее. История всегда повторяется. Блин. Вот так удалять. Еще чуть-чуть осталось. Еще совсем чуть-чуть, и мы будем... Так, давайте сейчас запустим. После вот этой планеты. Да. Удалить практически ничего уже не надо. Надо планету 50 где-то сделал. Не планеты, если, а... вот этих станций. Почему я сразу это не догадался удалить? Ну, главное, сейчас догадался удалить. Я-то думаю, станции это именно вот эти вот станции.
Которые верфи идет, а не вот такие станции. Вы серьезно? У них будет... Ну все. Искусственный интеллект не додумался до этого, и значит, у меня не будет хардкора. Ну и ладно. Не будет и не будет. Без этого будем. Справимся. Я лейс-то хочу поставить. Строительный корабль. Стоп, стоп, стоп. Строительный корабль не нужен. Ну, судя по всему, я и их уже удалил. А может и не удалил. Бля, точно удалил. Вот я дебил. Еще и главный корабль удалил, который не... Вот на этих кнопочках. Как их туда ставить, я так и не разобрался, как добавить. Ну ладно, что поделать. Так. Так, это... Стоп файтинг, учредители драконов. Так. Война, война, пакт о ненападении. Вот. Ребята прибыли, вот они. Исследуй проект. Хотя, но не ты. Нет, 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 нет. А вот ты. Исследуй проект. Так. Автоматическое исследование, да? Делайте. Тебе поставим кого? А, так. Стоп. Вот так вот. И автоматическое исследование вам. Так, 0,53. Чуть-чуть осталось вроде уничтожить. Там водоворот. Позавон. Это строительный корабль. Вот сюда. Че, все серьезно? Тогда плей полноценно запускается. 0,53. Прибавь скорость. Плюс. Сделай мне плюс. Минус 50. Какие минус 50? Станции на 8. Какие минус 50, блин? Я все эти уничтожил. Станции были минус 100. Космические базы 36. Лидеры 18. Поселение 7. Сооружение 4. Я, короче, не разбираюсь в этой фигне. Нам скорость технологий. Так, нам покупать нечего. У нас денег нету. Так, стоп. А тогда как действовать? А, нужны слитки. Вот эти слитки. Это печалька. У меня этих слитков тоже нет. Новый корабль. Темный странник фрегат. Да, в них мы пока что... Нет, у нас технологии идентичны, нет? А, нет, нет. У кого сильнее? Так, управление конструктор судов. Да, там о технологии сильнее. Надо будет добавить его во флот. Срочный проект, флот. Изучить храм кольца, храм кольца. Храм кольца, время и камень. Наши ученые узнали многое о подземном храме, но некоторые вопросы остались. Отверстие в крыше и радиальный алтарь подразумевают, что когда-то храм использовался как солнечный календарь. Землетрясение повредило его так сильно, что наверняка утверждать нельзя. И для строителей... Если для строителей были важны определенные даты, то мы никогда не узнаем, какие именно. Чуть больше нам повезло с незнакомым алфавитом. Это упрощенная версия хорошо известного иеротического письма, а вовсе не язык пришельцев. И мы его успешно расшифровали. Храм посвящен ждущему червю, или червю ожидающему. Большинство надписей — это звучные поэтические воззвания, к нему с просьбой явиться, или если читать в обратном направлении, уйти. Часть надписей описывает устройство вселенной, и как клянется один из наших особо эмоциональных археологов, в них содержатся отсылки к сложным уравнениям поля. Для нас не в новинку. Но весьма впечатляет для такого древнего храма. Правда, нам еще предстоит найти физика, готового официально подтвердить, что эти отсылки имеют значение. Насколько мы можем сказать, космических тайн или инопланетного оружия в храме нет, но его темные пространства обладают характерной грозной красотой, а поэтические воззвания к червю ожидающему становятся модными. Их кладут на популярную музыку и публикуют в сборниках.
Для научных исследований? Нет. Что-то здесь не так. Покажите себя лидером, запечатав храм. Что-то из нашего прошлого, что было, будет. Счастье получим, да? А можно узнать, какой у нас сейчас уровень счастья? Преступность 0%, так. Население. Это что такое? Упадок. А как население это счастье узнать? Жилье, благо. Ладно, давайте откроем храм кольца. Да, счастье плюс 5, не знаю, что вот это нам даст. Встреча. Вандри получил сигнал от корабля Сизидия с планеты Империи Арангра. И это несмотря на то, что посылаемые ею опознавательные коды нам неизвестны. А корабль с этим названием никогда не пускал-то. Командир Сизидии представился как капитан Ирида Редхан. Наш адмирал с этим именем жив-здоров в другом месте. Должно быть, это засада. Рисковать не будем, занять боевые позиции. Блин, серьезно, я хотел другого, а не того, который у нас сейчас. Капитан на экране — это явно Ирида Даретхран. Ну, видимо, беспокойное, дряхлявшее, разбитое существо в шрамах с ожогами от плазмы на лице и старше, намного старше. Мостик на заднем плане выглядит таким же дряхлевшим и разбитым, но голос капитана твердый и четкий. Наконец-то вы прибыли. Мне пришлось ждать так долго. Мое наказание — умереть в бою против вас. Пожалуйста, прикончите меня. Простите. Прежде чем вы покинете нас, скажите, где вы пребывали? Так, что такое кольцо? Так, капитан, встретимся в честном бою. Что такое кольцо? Нет, давайте вот это узнаем. Встреча, таков конец. Сизидия активирует оружие. Боевые станции. Так, усмешка натягивает шрамы на лице капитана. Была надежда, что вы спросите. Сейчас отправлю данные. Ирида Редхан, конец связи. Боевые станции. Окей. Пауза, так. Стоп, а где на нас напали? О, блин. Так, тихо. Зазубренный Эльтирит Тульшарт, наша торговая утратила силу. У нас нет пищи. Пищи нет? А вот это попадос. И купить не на что. Но можем продать и купить. Продадим. Покупать-то нам надо за 130. Вот я дебил. Ну продал я еще 25 слитков продать. У нас по 5 производится. Ну а что делать? Надо как-то развивать торговлю нашу. 127. Его сейчас убьют. Я должен его убить был. Я. Искажение пробивается от капитана Сидизии. Позади видно, что мостик окутан дымом. Слишком поздно. Вытянули слишком долго. Кольцо не простит меня. Пожалуйста. Нет. Блин, серьезно. Еще и эти сейчас разобьют. Блин, кольцо. Так, кольцо. Стоп, это хотя бы не срочный проект. Нет, ну это хотя бы не срочный проект. Яйцо. Получится ли посланник, что было, будет? Арак сообщает, что обнаружение искусственного проекта деятельности с минимальным питанием, передающего закольцованный сигнал. Только в локальном диапазоне. Обычно такие штуки оказываются спасательными капсулами, и это, похоже, одна из них. Находится она здесь уже долгое время. Когда я теперь открываю ее с соблюдением необходимых правил капитана, то обнаружит древние останки.
сохранившейся в стерильных условиях капсулы. Пока ничего особенного. Правда, капитан корабля говорит, что они не ожидали увидеть надпись на языке Империя Раннера «Что было будет, что будет было». Выведенную на стене телесными жидкостями обитателя капсулы, которого экипаж теперь с усмешкой называет посланником. Также, по их словам, есть не менее неожидаемое анатомическое сходство между расой посланника и нами. Такой исход событий я вообще не ожидал. Серьезно. Абсолютно никак не ожидал. Опа! Вернулись, ремонтируйтесь. Еще кто-то пропали в бою. Корабли, космические базы, поселения, лидеры, блин. Не строить ни на что. Нужна хотя бы планетарная столица, я думаю. А может и нет стабильности. Давайте загуглим, что это такое дает. Так, сейчас откроем переводчик по скрину. Яндекс, точнее. За Яндекс. В гугле я только слова могу. Ну, слова это долго, а скрином это быстрее. Так. Какой с русский на английский? С английского на русский переведи, дебил. Ремонт нанято, пушка. Нанит ремонтирует эту пушку. Если занято во время ремонта, самоуничтоженные здания. Понятия не имею, но давайте... Хотя, не. А давайте поставим. Нет, серьезно? Нанитовые ремонтники есть у нас теперь. Ну ладно, бесплатные причем. Бункер ресурсов, генные клиники, гидрофобные фермы. Нам нужно энергетический район прокачать. Для этого нам нужно 300 минералов. Минералы взять неоткуда. Подкидыши я не отдам. Так. Союз гражданской элиты, нифига себе, у нас еще и тут доходы идут, это хорошо. Наверное, а может и нет. 42 месяца, так. Блин, может все-таки есть еще уничтожить станции, 8 станций еще где-то походу есть. Но 8 этого как-то не так уж и много, как кажется. Блин, я хочу в демографию зайти, где? Демография, нет? Советник, советник, советник. Нет, все это не работает. Вот они. Один. Два. Три. Как я это мог... Три. Стоп, к нам куда-то прилетели. Вот. Четыре. Пять. 6, 7 и где-то еще один. Вроде бы еще один. Я ж не вот этих уничтожил, нет? Нет. Давайте проверим еще вот тут. Да, и как раз в Арангаре одна. А я что-то ему пропустил. Враждебная флотилия в Паш. Они начали атаковать нас. Мы их будем ждать. Мы будем ждать их тут, а. Отремонтировались. Это шикарно. Грузовой бункер. Татнастская колонистская благополучно вернулась домой. Скатертью дорожка. Отлично. Гарантирует суверенитет. Так, армат дракона. В кордер идите. Все. Часть этого журнала выполнили? Так. Я вот это вот боюсь использовать. Драконов. Троянский астероид? Нет, нет, нет. Все это...
Перейди сюда. Летящий со спирали капсула. Нифига себе, как далеко, серьезно? А, так вот как оно. Мы сюда попали-то. Вот так вот сделай. И ты исследуй. А где вот этих? Изолюшен. На изолюшен у нас отправится вот этот человечек. И будет автоматически изучать. Вот так как-то. В ублионе у нас что-то еще. Что тут-то я понятия не имею. Статус-кво, так. 22 и 33. 195. Ждем. Хотя надо еще чуть подольше подождать. У них я вижу, что сильно уменьшились атакующие фиговины. Значит, у них тоже есть. Да, посмотрим. Что, они серьезно додумались или они не развивали? Они либо тоже додумались, либо не развились. Не-не-не-не-не, только не говорит, что они начали понимать то же самое, что и я, фигню. Анаксадор? Прикольно. Царство Луносвета, ну-ка. Лунный щит, блин, серьезно? Они все додумались или нет? Если они додумались, то я ж проиграю. Давайте своих посмотрим. Нет, ну у своих они есть, у моих подчиненных. Они даже не пытаются их уничтожить. Интегрировать подданного. Мы можем интегрировать подданного в нашу империю. Не помешало бы, знаете ли. А, хотя у них планета также разбитая. Ладно, будем думать. Не, ну, зато лишняя планета появится. Поиски инопланетных образцов. Ну, собирайте, чего бы и нет. Дать разрешение посланник возможностей. Мы установили, что спасательная капсула была обычной коммерчески доступной подделкой, характерной для предыдущего этапа развития галактической цивилизации. Так что никаких новых технологий или горений. Останки посланника, однако, совсем другое дело. Он, безусловно, является предком или вариантом развития расы империи Арангория. Арангоры, по идее. Возможно, где-то там у нас есть братья, или, возможно, мы стали объектом генетической манипуляции, проделанной расой предтеч. Запрашивает разрешение на проведение более обширных исследований. Так. Дать разрешение на продолжение работы. Да. F2. Исследуем. И автоматическое исследование. Да. Древние дроны. Нет, сюда мы не пойдем. Лимп. Лимп нам тоже опасно изучать. У нас нет технологии роботов. Да, нет уже. Так, F1. Блин, на однерочку. Население. Нет. Роботы есть. Но вопрос, почему они тут они не используются? Они только как рабочие да... Преступники? Серьезно? Вот это неожиданно. А как повысить-то роботов наших? Переселить? Нет. Планета, население, армии, корпорации. Или они сами будут плодиться? Ну, хотя это же роботы. Как они будут плодиться? Ладно, нам просто будем ждать ивентов. Момента, когда мы разбогатеем. Победы в войне. Нет, против 2000, ты чё, больной?
Посланник на воле. Об успешном воссоздании расы посланника. У них более хрупкое телосложение, но значительно более совершенные когнитивные способности. Непонятно, однако, были ли мы исходной расой, а посланник модифицированной версии, или же посланник был нашим предком. Немного неловко представить, что мы могли бы произойти от такой хилой расы. Но Фиалу Увелетх твердо придерживается именно такого мнения. И даже считает потерю когнитивных способностей трагедией. Ученый подверг себя ретровирусному воздействию, чтобы сделать свою физиологию такой же, как у посланников. И настаивает, что это позволит продолжать работу над проектом намного эффективнее. Это один из развития вариантов. Так, где контакты? Расы. Нет, значит, лидеры. Кто у нас был? Она, что ли, да? Контакты нет. Именно расы надо заглянуть. И у нас просто дофигища тут всяких способностей. Причем больше половины на английском, что не особо радует. Предпочтительно арктический мир, а мы теневые создать. Так, ладно. Конец, что он уничтожит записи? Нет. Превосходная идея, тогда вперед. Какое креативное представительство. Казнить ученого. Превосходная идея, тогда вперед. Ну ладно, ладно. Хочет себя сделать другим, пусть делает. Но вот других не надо. Нет. Вот это я что-то не... Да, вот так вот спасай нашего ученого. Ленора, или кого я должен был спасти? Стоп, ты где обитаешь, блин? Какого хрена ты вообще туда? Дрянь добывающие дроны. Нельзя. Не, ну мы хотя бы сбежать успели. Нет. Я не верю, что вы могли быть настолько сильны. Мне бы вот эти хотя бы 604. Так, что я продать могу? 70? 140 будет, да? Хватит ли мне 140? Мне нужно... мне просто нужно 300 этих. Блин, это мне тогда просто ждать надо. Армада дракон, нет, лучше вернитесь. Вернитесь и давайте пойдем. Рискнем, изучим. Технологии, где технологии у нас? Вместимость флотилии мне растить пока что не нужно. Но вот этот 1000 месяцев меня удивило. Живой металл, серьезно? Пакт нападений... Нет, все не то. Транспорт наемников, где вы? Понятно. А может все-таки нет. Проиграть войну я не хочу. Это мне не выгодно, вообще никак. Но я зато знаю, сколько у них армия. У них на 4000 армия. У меня тоже на 4 будет, если я получу энергокредиты. Дракона. Если получу я дракона, то будет еще лучше. Строить есть что? Что за бред? Походу мегасооружений мы строить не сможем. Добывающие станции.
нужны, чтобы собирать минералы, энергокредиты и ресурсы с незаселенных планет. Стоп, чё? У нас же нет этих ресурсов, вы чё? Ладно, пофиг. Потом разберем, загрузим какое-то другое сохранение или начнем сначала и глянем, что там с этим обновлением таким дурацким. Ну а пока-то да. Только ожидать разбогачения. И на этом, в принципе, можно закончить серию. Ну а больше кипиша тут не происходит. Как появится кипиш, можно будет и продолжить запись. А пока вот так как-то. Ждем, когда мы разобьемся. Ждем, пока на нас нападут. 1800, серьезно? Опа-опа, 2900. Они решили напасть на столицу именно. Блин, добавить нечего. Стоп, у меня даже армии нету. Ракетную батарею надо будет строить. Чуть-чуть подождем сейчас, да? Или нет? Звездную крепость мы... У нас нет такой технологии. Значит, ждем. Сколько? Два месяца ждать. А скоро как-то не очень быстро-то идет даже. А я это и не замечаю. Вроде быстро, а вроде и нет. Пища, снижение роста поселения. Вы серьезно? Это просто капец. Такая идеальная катка. Из-за дебильного обновления. И обновления модов. Я ее проиграл. Ибо на пиратской версии было бы куда проще найти моды. Ну, продолжить эту катку, точнее. У меня были бы моды с пиратской версии, считай. И сама пиратскую версию игры легко найти. А у меня не было модов. Я не запасся ими, к сожалению. Ну ладно, ничего, не поделаешь. Будем ждать. Отлично, у нас уже 52. Давайте строим. Торговый узел? Зачем? У нас и так, я ракетную батарею буду строить. Или пушечную батарею. Здоровье, величина, дальность защиты. А вы, в принципе, одинаково урон несете, да? Ну, тогда ракетную батарею. Ракеты я больше уважаю. Все, и флерон. Нет. Вот этих еще можем попробовать уничтожить как-то, обойти. Но хрен его знает. Объединяя эти корабли. Объедини флот. И все. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.